Человека труда славят всем городом. Особо чествуют сегодня предприятия и организации юбиляры. Самый солидный юбилей в 2014 году у городского хлебокомбината. Ивантеевскому хлебу 85 лет. 30 лет у руля предприятия почетный житель Ивантеевки Михаил Ракиткин. Конечно, очень приятно, когда благодарят за хороший хлеб. Ну, хлеб наш, в общем-то, славится вкусовыми качествами. Вот. А сейчас у нас идет компания Куличевая. Сегодня присваивают высокие звания почетных и заслуженных работников отрасли, вручают награды от областного правительства и Думы, поощряют за труд благодарственными письмами и грамотами главы города. Всего 76 человек. Бюджет города исполняется, промышленные предприятия работают, трудности бывают, но все они вместе с вами преодолеваются, потому что мы в городе единая команда. Единство сплоченности трудовые команды демонстрируют на спартакиадах. Победители сегодня получают кубки. Отдельные благодарности предприятиям, которые проводят дни открытых дверей, а также победителям школьных конкурсов, приуроченных ко Дню труда, сочинений и рисунков. Праздник проходит на последней, самой строгой неделе Великого Поста, поэтому весь вечер ведущие цитируют великих православных проповедников. Культурную программу праздника подготовили полностью городские коллективы. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова, новости города.